Добрый день, друзья! Сегодня у нас 21 сентября 2023 года, город Воронеж. И у нас сегодня прогулка по улице Циолковского. Мы находимся в самом начале улицы. 67-я школа. И крайний дом по улице. Улица пересекается с набережной авиастроителей и выходит на берег водохранилища. Улица основана в 30-х годах прошлого столетия. Довольно длинная. Пройдемся сегодня по ней. Пересекли Ленинский проспект и движемся дальше по улице Циолковского. Улица застроена в основном зданиями советской постройки. Лицей номер 15. Построен тоже в 50-е годы прошлого века. Подходим к улице Ленинградская. Я смотрю, и на Ленинградской за дома взялись. Ремонт происходит. Улица Ленинградская. Погода в Воронеже летняя, вот утро, а уже солнышко пригревает. Не знаю, как сегодня будет, вчера где-то в районе 25-26 градусов температура была. Ну, скорее всего, и сегодня такая же будет. Подходим к стадиону. Стадион «Буран» не так давно реконструировали его.
фактически его построили заново, что было, сломали и заново возвели все сооружения. Вот через дорогу парк авиационного завода. И стадион Буран. Хороший, уютный стадиончик получился. Вот эти здания с рождения улицы построены. И войну пережили. Целы остались и до сих пор живут. Дворец культуры Ленина в полузаброшенном состоянии. И красивейшее здание. Вот сквер рядом с дворцом. Осень все сильнее и сильнее раскрашивает листву деревьев в самые разные цвета. Улица Раисы Беляевой влево уходит. Тоже здание ремонтируют. Торговый центр «Полет». Раньше заводское кафе было с этим же названием, а сейчас торговый центр. С левой стороны авиационный завод. Памятник самолету Ил-2, который выпускали на авиационном заводе. Здесь улица Циолковского встречается с улицей Героев Стратосферы.
красивое небо, облака великолепные, легкие, пушистые, кружевные. Авиационный завод. Завода управления слева. А справа улица Героев Стратосферы. Мы продолжаем двигаться по улице Циолковского. Спортивный комплекс «Буран». Здание уже давно, пора бы освежить. Часовня на территории завода. Но это тоже бывшие корпуса завода. А сейчас самые разные. Работают самостоятельно. Производят все, что угодно. Входные двери, там окна, стекла, все что угодно. Подходим к железной дороге. По этому переходу от станции «Придача» попадаем в микрорайон ВАИ. Интересное название у этого района. В 30-е годы прошлого века собирались построить авиационный институт. Воронежский авиационный институт. Институт не построили, а название за районом закрепилось. И с тех пор этот район называют ВАИ.
С этой стороны промышленная зона, а с этой жилая. Старенькая, новенькая. Вот еще такие домики стоят. Рядом с высоткой старенький двухэтажный домик, хотя по состоянию недавно ремонтик сделали. Вот. А после ремонта не такой он и старенький, выглядит вполне современно. Зашли мы на территорию храма. Сравнительно недавно построен, где-то в 2000-х годах. Красивый храм. И территория у храма ухоженная. Сверкают на солнце. У меня там есть фотографии где-то 70-х годов этого места. Тогда вставлю я, как выглядело. А сейчас небольшой скверик появился. Мы продолжаем двигаться по улице Циолковского. Здесь вот уже по правой стороне частный сектор появился.
А по левой советские девятиэтажка, вот, и дальше пятиэтажки. В советские годы здесь мебельный магазин был. Неплохой. Здесь что-то и тротуар разбит в дребезги. Здесь универмаг был в советские времена. В частный сектор крепенький. Развалюшек не видно. Все домики один к одному. Могучее дерево, вяз. Вот многоэтажная застройка заканчивается, и дальше идет только частный сектор. Тротуара нет. Ну все, вот дальше. И слева, и справа частный сектор. Опять очередной ремонт. Вот как не приходится бывать на этой улице. Всегда что-нибудь делают. И всегда она в разбитом состоянии. Вся улица расковырена. Правда, с левой стороны тротуар появился. По правой стороне нет было. Так, улица широкая в этой части, если бы ее еще благоустроили.
и домики все крепкие, хоть есть и старые совсем, они сравнительно свежие. Перед каждым домом палисадничек, это уже дерево огромное. Сегодня ветерок подул, листва полетела. Что-то я фонарей не вижу. Ночью здесь темновато будет. Фонари есть вон там на дороге. Далековато отсюда. Красивые березы. Голуби кружатся. Ну, приближаемся мы к окончанию улицы Циолковского. Вот и окончание улицы Циолковского. И окончание нашей прогулки. Прогулялись мы по улице Циолковского от самого начала до самого окончания улицы. Посмотрели на состояние. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте оценки. До скорых встреч!